Всем привет, вы на канале Steven Games. Я продолжаю играть в игру FIFA 15 Ultimate Team. И сегодня мы будем открывать пакеты по 35 тысяч монет. Будет 10 пакетов, мега пакетов, в которых выпадает 18 редких игроков, по-моему. И это довольно-таки неплохо. Посмотрим, что у меня получится. При том, что в наборах сейчас доступны Кейн, Суарес и Абумианг. По-моему, Абумианг, да? Абумианг? Да, Абумианг. В общем-то, по сути, неплохие игроки. Притом информы, блин, это нужно посмотреть. Я думаю, если выпадет хотя бы один из этих игроков, мы попросту 350 тысяч, как я полагаю, потому что каждый пак стоит 35 тысяч монет, восстановим без особых проблем. Также есть уже результаты конкурса. Результаты конкурса вы можете найти по ссылке в описании. Я выклал ролик, в открытый доступ его не стал выкладывать, но перейдя по ссылке, вы сможете посмотреть и узнать, кто же победил. Поэтому что ж, ребят, есть уже результаты конкурса, переходите в описание, смотрите ролик и узнавайте, кто же победил. Возможно, это были именно вы. Что ж, ну и давайте теперь начнем. Начнем открывать паки и заходим получить наборы. Заходим получить набор, и здесь есть мега-набор, промо, опять же, к Хэллоуину. Ну, какая разница, открываем их. Особой разницы нет, какие наборы открывать, главное, чтобы они были, да? Поэтому что ж, первый набор, 35 тысяч монет, и смотрим, что нам выпадает. Что же нам выпадает из этого набора? И нет, нет, такие игроки нам не подходят. С улучшением два игрока, это, конечно, круто, это все круто. Бора, угу, хорошо, классно. Но, по сути, мне выпало аж три игрока, которые у меня уже есть, поэтому... Сохраняем все в клубе. Вот этого вот чувачка за 76. Быстро продать все. Нет, нет, нет. Да, блин, как пролистать? Да давай уже, отлично. Быстро продать. А вот этих вот я оставляю на трансфер, потому что, возможно, с них можно будет что-либо получить. 35 тысяч монет. Следующий набор. И мы смотрим, что нам выпадает дальше. Возможно, хоть что-то интересное. И... Нет, нет, это не совсем интересно, если честно, поэтому... Ну что поделать, будем дальше смотреть. Дальше смотреть, и как вы видите, здесь особо игроков не выпадает. Выпал Бендер, но он у меня уже есть. При том, что по сути, я думал, что из наборов выпадать будут, естественно, только одни игроки. Оказывается, это не так, оказывается, здесь большинство игроков, большинство карточек, точнее, это не игроки, а, например... Да, я даже не знаю, какие-нибудь контракты, допустим. Ну, блин, это не дело, конечно же. Ну, давайте еще откроем пакет, это уже третий пакет. И опять же ничего интересного, выпало. А вот здесь вот, кстати, немало игроков. Здесь как раз-таки немало игроков. Я начал гнать на игру, и выпадать начали игроки. Но все равно мне не особо это интересно. Давайте этих быстро продадим все, не хочу с ними особо возиться. При этом рейтинг 75, это не особо-таки... Шикарнейший рейтинг, чтобы продать игрокам можно было тысяч за 10, допустим. Что ж, 35 тысяч монет, следующий пакет, это уже четвертый получается. И да, опять ничего нового, да? Ну, блин, Быстров выпал. Отлично, круто, все, паки окупились, Быстров выпал, это, конечно, круто. Это, конечно, очень круто. Ну и здесь, как вы видите, игроков уже поменьше. Эмблему Зенита, я не помню точно, за сколько ее можно продать, но она монет стоит вроде как. Его можно быстро продавать за 300 монет и не париться. 35 тысяч монет, это уже получается пятый пакет. И что нам выпадает из него? Джонас. Нам выпадает Джонас, 82 рейтинг, с улучшением, по сути... Неплохо, неплохо, очень даже неплохо. По-моему, Джонас, да? Джонас, Джонас. Блин, могу ошибаться, ну вроде правильно. Что ж, посмотрим тут. Ну, тут, как вы видите, у нас нету копий, поэтому все хорошо. Мега-набор номер 6. И что у нас здесь? И здесь у нас Альба. Альба, вот, 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 пошло уже, пошло, Альба выпал. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Блин, посмотреть бы, сколько он стоит. Наверное, давайте-ка сейчас и глянем сразу же. А то я могу забыть. Так, где он? Вот у нас левая защита Альба из Барселоны, Испания. Окей, хорошо, сейчас глянем, что за он и сколько он стоит. По сути, игрока знаю, но по стоимости могу не особо... Так, да, этот открыть можно? Бесплатный набор. Я окей, я понял.
Как его открыть? А, вот обмен предмет. Нашел наконец-таки, а то я что-то тупить начал, поэтому. Так, 78 на трансфер. 76 быстро продать. Так, давайте посмотрим Альбу. Сейчас мы откроем еще пакеты, но перед этим перейдем в трансферы. Но здесь нельзя сразу же посмотреть стоимость игрока, к сожалению, как это сделано в ПК-версии. Ну, блин, бывает. Позиции левая защита. Выбираем левую защиту, где она... Да, блин, не центральную, левую защиту, что я жму. Левую защиту, страна Испания. Вот она, Испания, лига. Так, лига. А какая же у нас лига? Блин, ну почти ж попал. Попал почти, ну что ж такое, Барселона. И минимальную ставку я уже брать не буду, посмотрим, сколько стоит. Сколько стоит? Стартовая цена 30 тысяч монет. 70 тысяч купить сейчас. Так, здесь вообще стартовая цена 10 тысяч. Ну, по сути, десятка приблизительно. Немного. К сожалению, немного. Стартовая цена 1900, как вы видите, до 11 тысяч добили. Блин, ну почему мне не информ выпал? Выпал бы информ, было бы все круто. А то как-то неинтересно даже. Ну ладно. Что есть, то есть. Переходим опять же в магазин, получить наборы и открываем седьмой набор. Получается седьмой же, да, то я могу со счета сбиться. 35 тысяч монет. И, в общем-то, что у нас здесь? О, ну, ПСЖ, по сути, вроде неплохо как. А если посмотреть на цену, мне кажется, дороже Альбы он не будет. Поэтому, блин, обидно, наверное. Хотя, что-то его даже не заметил, где он. Ну хотя, без разницы, где он, хотя надо посмотреть, где он. Ага, 85 темп, 77 дриблинг, 66 удара, 78 защита, 80 рейтинг. Ну, скажем так, блин, я забыл название. Кот-д'Ивуар, да, Кот-д'Ивуар. Думбиа, по-моему, что же из Кот-д'Ивуара, если я не ошибаюсь. Так, сохранить все в клубе. Сохранить все в клубе и быстро продать. Тебя мы быстро продадим. Амбикосы, по сути, здесь не особо ценятся. Я не говорю про всех сейчас, но некоторые. Это восьмой набор, да? Дани Алис. Блин, круто. Мне почему-то в этом покопенинге одни барселонцы выпадают. Это, конечно, круто. Но где Месси? Где Месси? Мне бы хорошо было Месси, если бы я выпал бы. Неймар. Было бы тоже неплохо. Я бы с радостью дождался бы этих игроков. Но это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Давайте сейчас посмотрим также стоимость данного игрока. Обмен предметы. И здесь вратаря можно на трансфер отправить. Тебя мы продадим. Санчес. Что ж с тобой делать? Ну давай на трансфер пойдешь. О, как Ачука, ну, быстро продать. Давайте тебя быстро продадим. Так, ну и давайте посмотрим. Трансферы, трансферный рынок. Все стоит практически здесь, только полузащиту ставим, позашник. И все. Что ж, смотрим. Потому что я неправильно, не правая защита была. Или полузащита. Блин, Лев. ЛП может? Я забыл. Ну что поделать, блин. Может ЛП, ПП, ПП или право. А, все, ПП, по-моему. Все правильно, ПП. Все вот так вот, верно будет. Нет, это Видаль. Ну блин, не помню я. Нет, Видаль, не ты мне выпал. А кто мне выпал, я уже, честно говоря, не помню. Ну ладно. Что ж. Трансферный рынок. Ладно, давайте перейдем в магазин, потом я уже посмотрю точно, кто мне выпал, и, в общем-то, перейдем дальше. Забываю вечно все, довольно быстро. Отвлекаюсь на какого-нибудь игрока, и все вылетает с головы. Депай. Ну, Манчестер. Ну, по сути, он ничего, собственно, стоить не будет. Практически, по-моему, Депай он не стоит многого. Но то, что у него темп неплохой, и дриблинг, это, конечно, супер. 81 рейтинг. Блин, не знаю, надо смотреть, сразу говорю. Так, здесь быстро продать все. Угу. Ну и последний, давайте уже пакет откроем, так и быть, последний пакет, и смотрим, что нам выпадает здесь.
Серигу. Серигу, или Серигу, либо Серигу, блин. С ударением у меня проблема вечная. Так, ну, по сути, неплохо. Сразу скажу, неплохо. Возможно, окупил, возможно, нет. Игроков я продаю на трансферах нечасто, поэтому ценных особо не знаю. Но давайте посмотрим все-таки на клуб. На клуб не туда тыкнул. Мой клуб. Да, мой клуб. И игроки. Игроки, жмем на поиск, уровень золота, позиция, все, так, страна, неважно. Просто посмотрим сейчас на игроков из Барселоны, на игроков из Барсы. И посмотрим, кто же, блин, мне выпал там. Мы смотрели, правая защита, ну, 84, да не, все правильно, я же вроде так и делал. А, может я... Точно, я ж испанцев выбрал. Вот что. Вот в чем была проблема. Все. Вылетело просто из головы. Эта часть махинации. Мне бразильца надо выбрать просто. Бразилия. Вот, и правая защита. Все правильно у меня, все правильно было. То я что-то тупанул. Ну, в общем, ладно. Вот он. Сколько? 25 тысяч, 28, 24 тысячи. 6400 до десятки добили. Вот выпал бы мне вот этот вот игрок. Это было круто, конечно. А так, информ тоже неплохо увидеть. Блин, двенашку, это вообще жесть. Ну а так, можно как бы возрадоваться, что, возможно, мы ничего и не окупили, но по сути хотя бы выпали такие игроки. Ну, которые хотя бы на что-то способны. Например, уже какую-то часть Барселоны я могу собрать у себя, например, в игре. Это довольно неплохо. Ну, а на этом все тогда, ребят. Вот эти вот 10 паков, либо 11 я открыл, я уже особо не вдавался. За по 35 тысяч монет. По сути, большой набор редких игроков принес нам гораздо больше, я вам скажу сразу, чем мега-набор. Но все-таки... 10 пакетов это и не так много. Поэтому что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.